Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 100 на странице 25. Запиши, прочитай числа, в которых 30 единиц второго класса и 870 единиц первого класса. Второй класс – это класс 1000, а первый класс – это класс единиц. Значит, у нас получается 30 870. Задание по цифре 2. 8 единиц второго класса и 600 единиц первого класса. Это значит 8000 и 600. 8600. И третье задание. 104 единицы второго класса, а единицы первого класса отсутствуют. То есть у нас получается 104 тысячи. А вместо класса единиц мы пишем 3 ноля. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.